Супершоу. Сейчас мы перенесемся в самый обычный одесский ресторанчик, где по вечерам собираются влюбленные со всех уголков Украины. Итак, всем курортным парам, приезжающим в Одессу, посвящается. Салют! Сегодня я расскажу вам о любви на курортах. Но так как нас смотрят дети, вместо слова «секс» будет звучать эта музыка. Начнем. Эта пара приехала на свой медовый месяц. Они занимались этим уже в парке, на пляже, в гостинице. Они молодые и счастливые, и никого не замечают вокруг. Они не завтракают и не ужинают. И если их не отвлечь, то прямо сейчас в ресторане будет... Их уже узнают в аптеках. Полиция их уже не штрафует. Но не будем им мешать. А эта пара живет вместе уже 20 лет. Они и не помнят, когда последний раз у них было... Они приехали на море, чтобы немного освежить отношения, но что-то пошло не так. Сегодня он заказал водки, надеясь, что вечером это будет. И это будет. Прямо сейчас. Ах ты, скотина, алкаш! Всю жизнь не испортил! Я на моей шее сидел, только на работу устроился! У нас новая посетитель. Буся, я хочу новый айфон. Пошли. Это очень интересная пара. Они познакомились здесь, в Одессе. На свидание с ним она одела свое лучшее платье, а он снял дорогое обручальное кольцо. Она нервничает и переживает, не догадается ли муж. Он тоже переживает за сегодняшнюю ночь, поэтому заказал мидию и петрушку. Он сказал ей, что он популярный артист из Челябинска. Она не знала, что популярен он был еще тогда, когда была популярна эта песня. Пожелаем им удачи. Вы вернулись? Буся, я хочу новую машинку. Пошли. Есть и такие персонажи. Он ждет ее на свидание, а она опаздывает. Хотя нет, вот она, уже бежит. Они познакомились в пансионате. Он навещал дедушку, она выходила с электрофореза. Она очень богата, а он не принципиальный. Ему очень нужны деньги. Она понимает, что это ее последний шанс, а он думает, как бы сегодня избежать. Но врачи ей сказали либо сегодня, либо никогда, так что... Эта пара познакомилась довольно странным способом. Она упала на него с верхней полки в поезд.
И в этот момент у них первый раз было. В результате он потерял сознание, а ей понравилось. Второй раз они встретились на пляже. Он хотел утопиться, а она спасла ему жизнь. И прямо там в море у них второй раз было. Сегодня их 10-я юбилейная встреча. Поэтому, как только он ее увидел, он сразу вызвал полицию. И сегодня у этих троих будет. Снова вы? Буся, я хочу кушать. Пошли. Нет, Бусь, я реально хочу кушать. Слава богу, пошли сядем. А это бизнесмен из Киева со своей подружкой. Она верит, что когда-нибудь он разведется со своей женой и будет жить с ней. Ну а пока он будет давать ей деньги взамен на... А он думает, что когда вернется в Киев, его уже ждет налоговая, и прокуратура, и партнеры по бизнесу. Любовь. Любовь бывает разная. Но мы искренне желаем вам найти свою настоящую любовь. Для любви, поверьте, в жизни нет преград. Нет ограничения для настоящей любви. Для любви достаточно желания, если вы готовы любить. Ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба, ба-ба-ба. С любовью ко всем зрителям Дизель Шоу!